И всем привет, ребят, с вами Ёж, и сегодня мы будем проходить локацию, которую я уже прошел, а то мне это нужно для следующего ролика. Ну и мы будем проходить пылающую кузницу. Одна из самых сложных локаций с одним из самых легких боссов. По моему мнению. Ну и сейчас я вам покажу, как можно легко убить чудище красного камня. The fiery forge, where the arch illager builds monstrous machines that devastate the villages of the overworld. He must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. Ну еще ни одного монстра. Извините, я зачарился. И зачарился так неплохо, блин. Ничего себе, шипы и отражения неплохо работают. Да, тут вот шипы третьего уровня и отражение первого уровня. И это кое-что повысить. Вот все, лучники мне уже ничего не сделают. Регенерации, восстанавливайся. Так, если вы думаете то, что я знаю тут абсолютно все, вы ошибаетесь. Я проходил этот уровень очень давно. Надо отключить. А, да. Так, сейчас я вспомню, как его отключать. Так, все, я вернулся. Да, тут вот у меня почему-то выскакивает такое окошко, из-за которое мешает мне играть. Уйди. Отравленное облако, огненное поле и гроза. Как идти туда? А, возможно, я оттуда вообще не пошел. Блин, горит, горит, тушись его. Что? Разгорался.
Атакуем. Что разбили? Что вы мне сделали? Ну, тут а с тобой? Вроде со всеми расправился. Бог, прямо в жизни тут ломается воздух. Что не ломается, а искажается. Ёмочек двоих. Чё, беду на эту ногу. Бам-бам-бам. Куда тут снег взялся? Так, что ты делаешь? Что ты делаешь?
вовремя, блин, скинуть способности этих сердец. Блин, они меня так совершенно. Ой, какая же длинная локация. Насколько этот ролик уже будет? Ну, точно нет. Так. Так, сколько мы уже големов красного камня одолели? Вроде двух, а их три. Это помню.
работает. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, его трогать? А? Нужен легкий способ, но для этого нужна смерть, так что убивайте меня. Так, а теперь, ребят, подходим к воротам. Просто вот так расстреливаем из лука. Легкая тактика, как победить это чудище. Это, мне кажется, я могу вот его подавить. The fiery forge is destroyed. The war machines of the Illagers have been smashed. Ну, ребят, вы увидели, как даже на сложных сложностях можно победить чудище красного камня. Допустим, даже на седьмом уровне сложности. Что? На пятом или на четвертом, или на третьем. Хотя на третьем, на котором я проходил, можно вообще пройти и без этой секретной штуки. Ну, пишите в комментариях, если вы использовали такую штуку. Наверное, большинство моих подписчиков никогда не играет в Minecraft Dungeon. Так что напишите, играли вы или нет. Ой, не нажал. Ну ладно, всем пока-пока.